Ребятушки, всем привет! Мы сегодня решили прийти по торговым центрам походить, потому что у нас, как вы знаете, нету Мазакея сейчас пока что временно, надеюсь. Вот, поэтому мы решили приехать в торговый центр и закупиться здесь. Смотрите, сколько всего классного для малышки. В общем, я уже тут закупилась всем. Приеду домой и покажу вам, что из этого всего я купила. Сделаю вам распаковочку и покажу вещички для малышки. Смотрите, какая прелесть. А самое, что прикольное, то, что она родится под Новый год у нас. И вот я ей купила вот такой вот костюмчик, чтобы она на Новый год была в теме. В общем, много классных штучек мы набрали ей. Потом позже покажу вам. Мы сегодня на завтрак пришли в очень прикольное место. Называется Лолита. У ребят панкейки, у меня вот такая странное, вот шакшука. Странное название Лолита. Странное? Возьми ложечку и ложечка на нутеллу. А, ты мотаешь? Приятного аппетита. Спасибо. Ребятки, мы сегодня приехали в Мцхете, в древний город. Построен он был в 5 веке. И это древний монастырь. Сейчас мы туда поднимемся. Мы сейчас находимся на горе. Очень высоко. И тут, кстати, слияние двух рек разного цвета. Попробую сейчас снять. Смотрите, какая красота. Здесь слияние двух рек. Видите, одного цвета река и другая. Слияние реки Кура и Арави. Вот монастырь. Сейчас зайдем внутрь. Ой, я устала, правда, подниматься. Ой, смотрите. Ого, как здесь вкусно пахнет свечами. Ну что, сейчас мы на лодочке, по речке покатаемся. Сейчас я тоже как-нибудь сюда спущусь и сяду. Мама захотела хурмы. А какую хурму? Я? Какую хурму? Дети хотят своровать хурму. Он с забора не свалится. Только не упади. Возьми самый спелый, желтый который. Ты можешь стать. Мягкий возьми, это по-моему, самый неспелый это взял. Спелый, самый желтый. Вот оранжевые. Вот, нет, вот держись за ветку и встань. За ветку держись. За ветку, да ты че? Вот помягче, мягкие, которая. Вот смотри, вот с этой стороны, вон она спелая. Он с нее не сможет достать. Супер маленький котик. Вот она прям. Ты можешь встать вот здесь с угла. Не бойся. Сейчас должен расчистить себе дорогу. Вот она вот прям вот на макушке, блин. На макушке, серьезно? Она прям оранжевая, Камиль. Она смотрит на нас и говорит, съешьте меня. Проползти вот сюда, вот в угол, и здесь встать. Камиль, вот здесь. Снизу проползти. Давай. Рассо хурмы карается законом. Все, теперь вставай. За ток только не возьмись, там поможет. Не шатайся и не бойся. Просто под рукой. И встань. Спокойно. Не бойся. Вон она, видишь? Мама, встать мама, надо. Смотри, вон. Смотри. О, боже мой. Что это? Это я его позвала. Это хурмёнок. Папа. Не бойся, ты сейчас боишься, из-за этого тебя, блин, сейчас еще попущу. Мам, можно его взять на ручки, мам? Вот она, да. Мам, смотри, какое чудо. Он это сделал. Мама, подожди, стой там. А
Аминка забрала хурмёнка. Хурмёночек маленький. Не вывози его, я этот отпущу. Аминь, тебе понравилось лазить по деревьям? Да. Мам, я его согрею, потом отпущу, хорошо, мам? Хорошо. Потом весь холодный, дрожит весь. Хорошо. Мам, я тебя так люблю. И хурмёшку. Смотрите, какая здесь красота. Тут озеро какое-то. Да, я обожаю озера. Красиво, да, здесь? Да, очень красиво. Эпо, то есть на машине можно туда спуститься, к озеру, прикинь? Ну да, вот дорога туда. Но я пока думаю, не надо. Нам надо поехать до каньона. Доехать до каньона, потому что время потом уже поздно. Смотри на Камиля. Решил на качелях покачаться. Я вот думаю, как отсюда выйти и скинуть туда. Пошли, пройдемте. Слушай, а вид-то смотри, какой красивый. Это детская площадка, озеро, горы, да? Да. Здесь такое повидаешь. Да. Очень красиво. Угу. Ну вот, красиво там, где все зеленое. Зеленое, смотрите. Все остальное, смотрите, это да, уже такое, мне напоминает мурманскую природу. Кто не в курсе, я с Мурманска. Вот, мурманчанин. Я с севера. Кстати, напишите в комментариях, кто еще из Мурманска. Девочка, север. Девочка, ниоткуда. Я с севера, да. Но я очень мерзливый. Я не люблю холод, я люблю, чтобы все было жарко. Он не белый медвежонок. Я даже в душе такую себе парную все время устраиваю. Я не могу, когда холодно. Кстати, смотрите, озеро насколько... опустилась вниз, вода испарилась. Да. Линия белая, видишь? Да, вижу. То есть оно было больше. Выше, да? Выше, да. Вот, машина едет. Это очень весело. Что весело? Камиля качает. Ты качала Камиля? Да. Кататься нельзя, да. Нет, они без седла. Это даже, ну нет, они могут красота. Просто взять и ударить этим копытом. Копытом. Лошади тут пасутся. Куда? А мы едем. Едем, едем. Сколько нам еще ехать? Нам еще ехать 24 минуты. Такое ощущение, что нам ехать еще целый час. Потому что мы прям так долго едем. Серпантины, перевалы. А тут вон коровки. Видите, коровы пасутся. Там что это? А, собачка. Я бы думал, там верблюд, там два мужика. Смотрите, как красиво. Но, как всегда, конечно, камера не передает всего. Мало бензина осталось? Четвертинка из бака. И тут нигде и нет бензоколонок. Нет. Бензоколонки по дороге я еще ни разу не видел. Да, кстати, мы едем 2 часа почти и ни разу не видели бензоколонку. Ну что, мы приехали на каньон. Стрёшно. Конечно. Может, пойду? Мне, конечно, страшно. Ой, это очень. Смотрите, какая красота. Вот он, каньон. Наш папа! Собака не дает подойти к ней, видишь, такая такие. Во, смотри, охраняет собака, смотри. Не дает подойти, видишь? Вот, смотри. А ты не подходи, сейчас еще цапнет тебя. Охраняет, смотри. Видишь? Ой-ой-ой, туда пошли, на дорогу, смотри, дорогу переходят, перегородят. А он бежит отсюда. Это, походу, из-за нас. Дай ему, дай ему, дай ему. Вон, сзади, смотри. Вон, сзади. Суету им навел там.
там. Да, я суету навел. Папа навел суету барашку. Суетолог. Суетолог, папа. Мы сегодня пришли в ресторан. Очень классный, атмосферный. Смотрите, как красиво здесь. Мелкий спит. Не спит. Смотрите, хурма висит. Очень красиво. Горячее? Лаваш. Давай, что ты там делала? Сделай красиво. Я сейчас я сделаю красиво. Мы уже улетели из Тбилиси и сейчас находимся в аэропорту Баку. У нас трансфер, мы будем тут 5 часов тусить. Под эту песню. Да. В общем, сейчас мы пойдем в duty free. А вот. Найти нам еще вот сюда нам надо. Покушаем где-нибудь, потусуемся. В аэропорту, потом сядем в самолет и полетим домой в Москву. Что там у тебя? Смотри, мам! Что это? Барби такая. В принципе, из-за этого хочу домой. За Барби. Смотрите, здесь есть вот такие вот капсулы. Так как нам еще ждать наш самолет 5-6 часов, можно здесь лечь и немножко отдохнуть. У Камильчика здесь вообще окошко даже есть. Ну чё? А как ты закрылся-то? Открыл. Ну-ка, открой окошко. Аминка тут. Он пытается что-то сделать. Закрыть. Там дышать-то есть чем? Да. В общем, не закрывайте. А? Ну, понятно. Вот тут вот, видите, они все стоят в ряд.